Ну, раз представили меня в таком амплуа, трагически, не трагически, на самом деле песня отобрана для этой передачи. Она о настоящей мужской дружбе. И, в принципе, вот что нравится, чем уникальна гавань, то, что в нее заходят действительно корабли из Одессы, из Северных морей и много еще откуда. Совершенно разные песни, объединенные какой-то душевностью такой. И сегодня я приготовил песню, вот, называется она «Летят километры». Летят километры, пронзенные ветром, до цели короток маршрут. Как парень не бился, над ним не раскрылся его основной парашют. Как парень не бился, над ним не раскрылся его основной парашют. И падал он камнем, и вдруг кто-то смело его подхватил в этот миг. И с ветром не споря, белел на просторе один парашют на двоих. Мы с небом знакомы, мы в небе, как дома. Десантная дружба крепка. Так выпьем, ребята, за друга солдата, что руку подал в небеса. Летят километры, пронзенные ветром, до цели корота бросок. Небесные тропы, надежные стропы и друга опасный прыжок. Опасный прыжок. Молодец! Спасибо, Сергей. Вот вы можете собирать такие песни? Вот у вас они же правда хорошо очень получаются. Особые. То есть вы у нас будете собиратель трагических песен? Просто собрать целый корабль этих песен. Ну а что? А что? Не вопрос, Ленар, Николаевна, спасибо. Можно будет сказать? Да. Значит. Это, значит, Алла Сергеевна, пожалуйста, трибуна гавани. Вы знаете, я ехала в маршрутке, и вдруг у водителя звучит песня. Вы знаете, я рыдала, проехала свою остановку, доехала до конца и спрашиваю, кто поет, что за пластинка, за кассета. Он, значит, посмотрел и говорит, по-моему, «Калина Красная», поет Любавин. Я просто умоляю, прошу, это такая песня. Алла Сергеевна, будет. Пожалуйста, не вылазьте из такси. Ну, хотя бы один куплет. Ее всю надо, она небольшая. Она очень, очень трагическая, очень грустная. Но, может, Сергей... Она на самом деле вот как раз в стиле, может быть, гавань. Так вот я и говорю, что порадуйте наших... У вокзала, да, у Казанского паренек без ноги сидел под гармонику, под рязанскую песни грустные тихо пел. Я Афган прошел, я Чечню прошел, всю проклятую, да, войну.
печку, авось как-нибудь проживу. В общем, и дальше очень много куплетов. А суть в том, что подошел друг к нему с его любимой девушкой, с которой он дружил, и говорит, вот бросил под ноги $10, а солдат ему отвечал, что ты здесь Россию разворовывал, а я Россию там защищал, что не надо мне твоей подачки. И вот такая песня на такой ноте, немножко минорной, но искренне зато. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное.